Если перед вами стоит нелегкая задача создания морского интерьера или интерьера с таким духом морской романтики, то без мелких деталей, акцентов или каких-то элементов декора, может быть, крупного, вам не обойтись. Соответственно, вам не обойтись без магазина «Купи сувенир», в котором неимоверное количество различных таких вот деталей в соответствующем разделе. Сегодня я хочу в этом видео показать вам такое вот зеркало, которое сделано вот в таком виде такого спасательного круга, такими вот тросами, в общем, как положено. То есть, в принципе, можно повесить его на стену. Зеркало, вернее, вот рама его в виде спасательного круга сделана из такого, ну, достаточно легкая, сделана из пенопласта плотного такого, но оформлена по всем правилам, как вот сделан спасательный круг, в принципе. Без зеркала все равно не обойтись, ну а если вы создаете интерьер в морской тематике, то зеркало почему-то обязательно должно быть в виде спасательного круга. Но есть другие, конечно, варианты. Но я думаю, что это интересный вариант такой, вот, может служить таким вот акцентом, вот, в том числе, при этом полезным акцентом, который несет определенные функции. Вот, поэтому заходите, выбирайте в магазине «Купи сувенир» те вещи, которые помогут вам решить задачу создания морского интерьера. Спасибо.